Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор третьего каталога Faberlic. Обратите внимание, он будет у нас с вами двухнедельный, с 20 февраля по 5 марта всего лишь, так что не забывайте об этом. Здесь у нас стартует интересная мега-акция, оставлю вам свои подробные отзывы на новинки, итак, поехали. Сразу начнем с аромата Шанти или Шанти. Мне очень понравился, я с удовольствием пользуюсь вообще просто. Да, он не стойкий. Я не скажу, что он не стойкий. Нет, он достаточно стойкий. Но как все парфюмы Faberlic. Вот как 90% парфюмов Faberlic, да, то есть несколько часов на себе его ощущаешь. На одежде на следующий день я принюхивалась, я чувствовала тоже этот аромат. А нет шлейфа, да, могу согласиться, что нет шлейфа, он никак не раскрывается, он практически как вот есть при первоначальном нанесении, такой и есть. Но мне нравится все равно, я прям каждый день им сейчас пользуюсь и с удовольствием, мне кажется, скорее всего, прям вот допью. Поэтому это что-то такое интересное, необычное, мне действительно нравится. Так, что у нас с вами? У нас с вами шкатулочки. Вот этих новинок не было по программе VIP, поэтому посмотрю, возможно, возьму интересные, красивые. Мне приятно было бы из таких чашечек пить кофе. Будут где-то 500 с чем-то рублей со скидкой. Но для такой красоты еще и с блюдцем как бы цена хорошая. Поэтому, возможно, и возьму. Так, дальше у нас с вами новая коллекция. Тоже ее не было в VIP-новинках. Это прихватки, это полотенце, это фартук. Я в фартуках по дому не хожу, я растекаю, поэтому точно брать не буду. Прихватки я тоже не пользуюсь, у меня есть тряпочки под цвет кухни. Но одно полотенце тоже посмотрю, потому что я не люблю такие пестрые, на самом деле, дизайны. Сделали бы что-нибудь такое минималистичное, интересненькое. Так, дальше поехали. Вот по этим шампуням. Кремы для рук я не открывала, я их раздарю, я уже сразу вам сказала. А шампуни мы с Ксюшкой уже попробовали все, и что могу сказать? Ну, вот обычный, базовый, дешевый шампунь. Никаких чудес тут нет, но есть утяжеление. Я уже попробовала желтый и розовый, и у меня очень быстро с ними пачкаются волосы. И еще заметила статическое электричество. Поэтому быстренько как-нибудь добью, может быть, даже как гель для душа, и не более. Больше брать я такие не хочу. У нас с вами будет очень много распродаж, очень много желтых ценников. Вот эти бальзамы для губ очень понравились, прям вот очень. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, действительно есть оттенок, и оттенок достаточно насыщенный. Тот, который с ароматом арбуза, такой нежный, освежающий коралловый оттенок. И тот, который написан с ароматом вишни. Я только увидела, что там вишня, на самом деле не вчитывалась. Нет тут вишни никакой. Он какой-то такой, не знаю, цветочный какой-то. Он ягодный оттенок дает на губах. Они достаточно насыщенные, то есть их видно. И еще мне понравилось то, что это такие, знаете, твердые бальзамы. Они не тают на губах. Они не тают на губах, ни в воду, ни в масло, ни во что не превращаются. Они вот как нанесли их, так они и есть. Потихоньку впитываются, съедаются и так далее. То есть плотная такая консистенция. Вот я такие люблю. Мне не нравятся бальзамы. Как вот из серии возрастной, там тоже вот эти есть с оттеночком, они на губах тают. Нет, я тоже их, в принципе, могу использовать, но вот такой формат мне как-то ближе и гораздо удобнее. Так, дальше поехали. У нас Жардин снова в каталоге возвращают. У меня до сих пор лежит палетка. Вот единственный, наверное, удачный продукт из этой серии. Тонирующий крем-желе, он разочаровал, мне кажется, всех и каждого. Абсолютно. Туши. Про новую тушь прямо у нас в чате центрального региона. Девчонки, развернулась такая беседа, ну просто вообще. Я высказала свое мнение, там девушка выложила фото и сказала, что вау, тушь такая крутая, супер, вообще и удлинение, и через 2 минуты наслаивала, и вот у меня 3 слоя, и объем шикарный. Ну, я фото посмотрела, как бы говорю человеку просто, да, действительно удлинение есть, но объема нет на вашем фото, и в принципе от этой туши его нет. Тут давай со мной, народ, спорить. Потом все-таки выяснили, что эта тушь удлиняющая, объема быть не должно. Короче, такая ахинея началась. Понимаете, а на фото еще я не стала еще дописывать. А прекрасно видно у девушки, что, ну, мало того, никакого объема, тонкие длинные реснички, все. Но так как она написала, что наносила ее следующий слой через 2 минуты, не давала ей подсохнуть, а сохнет она очень долго. Видно даже было на фото, что она тянула предыдущий слой, нанося следующий. То есть видно, что тушь стягивалась. Это прям видно по фото. И я не знаю, просто, может, у человека мало опыта. Я посоветовала найти в интернете, посмотреть, как выглядит объемная тушь, и не приписывать объем, не обманывать консультантов, не разочаровывать их в компании, да? Вот она отзыв этот там по чатам сейчас разбросает, народ посмотрит, почитает, у тушь объемная, классная, все супер. Хотя там на фото и так все видно, но не все опытные, скажем так, да, не все понимают, разбираются. Люди закажут, накрасятся и просто разочаруются в компании.
в продукте и в компании. Поэтому я не люблю обманывать, я говорю как есть. Тушь действительно удлиняет, она долго сохнет, но в течение дня она не отпечатывалась у меня нигде, не размазывалась, ничего. Она как была на ресницах, так и осталась. Я наносила ее в 3 слоя, тогда результат более-менее нормальный. В 1 слой можно создать естественный, очень красивый эффект, реснички удлиненные, она очень круто разделяет еще их. То есть вот в плане там лапок паучьих нет, ничего этого нет, поэтому тушь хорошая, если вам нужна длина, и вы готовы вот на такие танцы с бубнами, чтобы она у вас, каждый слой подсыхала по 10-20 минут. Девочки там в чате еще писали, что они отправляли на возврат этот продукт, потому что не смогли с ним подружиться и не хотят ждать долгого такого подсыхания, да. Лак на ногтях у меня Faberlic. Делала маникюр с помощью средств Faberlic полностью, в том числе гель для удаления кутикулы. Подробный ролик сняла в Дзене, опубликовала. Очень красиво получилось, мне прям нравится. Так, дальше, девчонки, по ароматам, по весенним ароматам рассказать вам. Но весенний Рената зеленый, я прям быстренько пробегусь, потому что иногда девчонки спрашивают, что вы про ароматы не говорите. Бьюти-кафе, они сладкие, но тоже на весну можно, кто вот именно сладкие любит. Это свежесть, это для меня прям вот лето, подборка лета. Что у нас еще на весну? На весну, на весну. Это такое все тяжеленькое. У нас, кстати, немного ароматов уже мужские пошли на это все, что ли, женских нет. В общем, да, наверное, или попозже будут, смотрим на сайте. А вот они все. Что у нас тут еще на весну? Фруктики, цветочки, фрутистория, вот это вот тоже можно. Зефирка, пудра сладкая, ванильная нет. Что-то у нас прям по ароматам в этом каталоге не сильно распечатались. Ну ладно, у меня, я пишу статьи про ароматы, кстати, тоже статья в Дзене есть. Кому интересно, заходите, смотрите. Вот у нас с вами эфирные масла со скидкой будут. Энергия леса и свободное дыхание. Те, которые я не люблю, поэтому брать не буду. Мне очень нравится секс, мне очень нравятся деньги, которые... Классная просто композиция. Они мономасла и очень вкусные, и очень красиво раскрываются. Моя любимая тушь, которую вы всегда наблюдаете у меня на ресницах, это First Class. Объемная тушь для ресниц в оттенке 53-72. Коричневый. Катюшка Матис недавно подсказала, что можно миксовать удлиняющую объемную тушь, будет эффект вау. Я сделала так, попробовала. Кстати, действительно очень крутой эффект получается. Я положила 2 слоя First Class коричневый, вот эту вот новую тушь, удлиняющую сверху 3-м слоем. И вы знаете, прям, да, хлопаю ресницами и взлетаю. Очень классный эффект. Вот так я как бы ее и доиспользую, я думаю. Потому что как самостоятельная тушь нет. Мне вот эти танцы с бубнами, с подсыханиями. Я в 1 слой не люблю. Мне надо побольше, поярче, чтобы издалека было видно. Но я люблю, так мне нравится. Поэтому нет. Так, вот Монарда. Прекрасное средство для ногтей. Лечит грибок. Даже 239. Еще маслица. Вот как раз гель для удаления кутикулы. Восхитительный продукт. Обязательно буду брать. Еще карандаш тоже люблю. Как уходовый продукт. Надо взять средства для снятия лака, кстати, запастись в этот раз, потому что все позаканчивалось. На кисти желтые ценники, потрясающие. Пропачи, мне очень нравится. Знаете, нравится. Я вижу эффект, прям вот вижу эффект. Действительно, как-то припухлости убираются. Они узенькие, ну, я вам это все рассказывала, как бы, да, когда тестировали новинки. Поэтому мнение мое не изменилось, нравится, эффект вижу. Как-то гладенькая кожа, припухлости убираются, свежесть взгляда, я это все заметила. Это цена нормальная, у них полная цена будет 1700, но по VIP-программе, в принципе, можно брать. Потому что прям вот вижу. Давно я не видела эффект. Есть как бы хорошие патчи, и за 100 рублей есть хорошие патчи, да? Но просто вот хорошие. А вот чтобы эффект увидеть прям какой-то, нет, от патчи именно у меня такого не было. Куркума. Великолепная серия. У меня только дневной крем залежался, потому что он с SPF-кой. Я его сейчас чуть-чуть попозже достану, хотя уже сейчас в феврале у нас очень много солнышка. И можно применять на день, начинать SPF, потихонечку сворачиваем кислотный уход, да, и начинаем нашу кожу от пигментации оберегать. Очень нравится и крем вокруг глаз, я его на все лицо использую, потому что не люблю вот эти вот один крем туда, другой туда, пятый сюда. И сыворотка нравится, витаминная сыворотка, концентрат, да, все нравится. Ночной крем уже почти закончил, прям вот с превеликим удовольствием. Ну, кислоты по хорошим ценам. Можно взять пилинг, пока еще, вот, если прямо у вас не бывает пигментации, можно еще поделать февраль-март. А так уже, в принципе, сворачиваемся. Солнышко выглядывает. И кислоты, хотя он у нас достаточно Faberlic деликатный, говорят, можно и летом, но если вы склонны к пигментации, то, конечно, нет, все уже сворачивать пора. Заканчиваем. Программа карбокситерапии 799 рублей. Для нее хорошая цена. Я обожаю эту программу. Обожаю маску из этой программы. Восхитительный продукт. Вот ее можно и летом. Она не вызовет излишнюю пигментацию, не спровоцирует ничего. Поэтому тут вполне себе.
Маска Грин Карма. Ой, девочки, это вообще отдельная история. Я вам тоже уже рассказывала. Я не буду, конечно же, повторять из-за того, что здесь вот такое вот лекало с загибом. И вы знаете, я проснулась, у меня эта полоска на лице осталась. Еле-еле, но я ее видела. Которую я вам говорила, когда мы новинки тестировали, да, показывала все. Она осталась, этот залом остался, он в течение дня прошел, но тем не менее, представляете, как вот, ну а зачем мне это нужно? Нет, мне это не нужно, конечно, есть маски гораздо даже дешевле и с нормальным лекалом, где нет никаких заломов, которые потом отпечатываются на коже. Вот что-то вот Фаберлик никак все маски не добьет, чтобы сделать какую-нибудь крутую. Ну, Beauty Lab, конечно, хорошая, ну а так... Вот эти все тканевые маски, нет, это вообще жуткое. Так, по моющему средству для детской комнаты и ванны. Это что-то потрясающее. Мне безумно понравилось, девчонки. Я прям советую, рекомендую. Аромат чистоты витает. Вы еще обеззараживаете ион и серебра здесь у нас, да? Очень понравился. Еще вчера Крестюшка нарисовала на белом столе в детской карандашом простым. Там цветные легко даже салфеткой стираются, а простой тяжело. Ксюшка все время ластиком оттирает. А я взяла, нанесла на тряпочку вот это средство, протерла и очень хорошо оттерлась. Поэтому, да, очень понравилось. Буду повторять однозначно для уборки поверхностей, для мытья полов, для всего вот такого. И даже вот для раковины, для ежедневной уборки мне очень понравилось. Поэтому вот этими новинками я прям им рада. Так, у нас еще здесь паста, ее тоже не было в вип-новинках, хотя сейчас посмотрела, она уже появилась в вип-новинках, но возьмем попозже с вами, потестируем. 3+, без фтора, она у нас с вами банановая. Посмотрим, может, Крестюшке понравится, я думаю, 2+, или 3+, ничего страшного. Тем более у нас уже лезут даже задние зубы, ну, которые вылезают после 3. Я думаю, когда у ребенка есть весь комплект зубов и даже больше, то вполне можно себе пользоваться пастой 3+. Желтые ценники на наше любимое с вами средство, да, тонизирующий крем для ног, бальзам для стоп, гладкие пяточки, размягчающий крест-компресс. И это все прям must-have, выходит за ногами, прям очень рекомендую, и даже за руками на ночь. У нас с вами в этом каталоге будет 40% скидка на дневные прокладки. Я ночных себе, слава богу, набрала уже в запас, я их люблю, чтобы наверняка, как говорится, ежедневочки будут подороже. Девочки давно ждут дневные, я знаю, вот как раз запасайтесь. Здесь у нас с вами новинка, ночная сыворотка для отбеливания зубов. Пока ничего не могу сказать, пользуюсь несколько дней на ночь. Это маленький такой тюбичек, вот такой вот. Она на вкус немножко мятная, похожа на пасту эксперт по вкусу. Такая жиденькая, действительно, как сыворотка. И я увижу обязательно результат, если он будет, потому что я уже говорила вам тоже видео про тестирование новинок, что у меня впереди стоят виниры, они цвет свой изменять не будут, их отбелить невозможно, они какие есть, такие есть, и поэтому, если будет разница между винирами и моими зубами, я это обязательно увижу, естественно, вам расскажу, если вдруг произойдет чудо. Пока чувствительности повышенной это средство тоже не вызвало, поэтому все отлично, все нормально. По БАДу меня очень расстроил тот момент, что VIP-консультанты не могут теперь со скидкой их брать, поэтому я их брать не стала, специально проигнорировала, обиделась, за такую цену я их брать не хочу. Хотя бывает на некоторые БАДы скидка, как бы может быть когда-нибудь, а может быть компания одумается и вернет их VIP-консультантам. Я считаю, это нечестно. Человек старается по 100 баллов в каталог как минимум делает, а его так обижать, что они пользуются очень большим спросом, да, и... Решили их убрать даже у VIP-консультантов. Нечестно, некрасиво, скажем так. Поэтому я обиделась и брать их не стала. Так, что у нас с вами тут еще интересно? Вот эти пластыри хочу взять. Некоторые девочки говорят, работает. Я считаю вообще, что это плацебо. Что вот это вот потемнение на них, это все как бы, ну, запрограммировано. Ну, так, в общем, надо, скажем так. Но я хочу взять, посмотреть, потому что... Отзывам можно доверять, но не всем, далеко не всем, и на каждом срабатывает по-разному. Мне хочется очень попробовать. Вот новая упаковка у нас с вами 10 штук, 779 рублей, рублей 500 со скидкой консультанта, нормально. Возьмем, потестируем. Про посуду Фаберлик, кстати, тоже статью писала, где они есть. Все это здесь у нас с вами бытовая химия, я ей уже запаслась в прошлом каталоге, поэтому и новенького у нас ничего с вами нет. Порошок по обычной цене у нас будет. Все пока без изменений. Ничего здесь новенького у нас с вами не появилось. Тряпочки только по желтым ценникам. Уход за обувью уже весна близко. Вот новое белье. Про него я тоже подробно рассказала вам, когда тестировали новинки. Вот оно, новое белье. Вот такой у меня бюстгальтер Балконет. Да, вот оно. В конце у нас с вами акция. Подробности можете прям почитать в каталоге, очень интересное. Будем играть, будем выигрывать, надеюсь, что-нибудь да выиграем. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такой интересный подарок для новичков будет. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.